Ну что ж, всем привет, друзья, с вами Слэм, Тафа и это Киберарена, Старладдер, я не знаю, называйте как хотите, мы будем смотреть с вами матчи Фнатик Лиги сегодняшние, вечерние, ФФО, Фнатик Фрагаут Лига, если быть точным, так она называется, и первая встреча сегодняшнего дня, это команда Анексис, издание, которое должна противостоять гигантам НИП из Швеции, и это все будет проходить на карте Нюк. Ну, мы пока что ждем начала этой игры, потому что вот периодически Слэм подключается к серверу, и пару раз его меняли, но вроде уже определились, какой будет сервер, но пока вот количество слотов вроде бы не расширили, и мы не можем пока что попасть. Нет, там все нормально сделали с количеством слотов, просто сейчас... Мы не можем попасть. Игроки просто отказались играть на серверах, которые им дали, и сказали, мы идем на другой сервер, и все. И тишина в конференции. Сейчас пытаются технически админы этой лиги решить. Ну, не поиграют, в принципе, все понятно. Ну да, не поиграют. Итак, не по Nexus. Слэм приготовил последний результат этого матча. Точнее, последний результат этих команд, которые сейчас будут играть друг с другом. Но, если честно, там неравносильные, конечно, соперники были. Вот, не знаю, если честно, я не знаю последних четырех соперников Anexis вообще. Ну, давай о них поговорим. Aces, New School, Team XXX и Hasta La Vista. Я даже не знаю, Team XXX, Норвегия, кто за них играл, я не знаю, но это 2-0 по картам, но тут тоже 2-0, как и New School. Это, кстати, Nordic Games, вот они буквально недавно выиграли Nordic Games. Да, Hasta La Vista, это национальный чемпионат Дании, только что они сыграли эту встречу на Inferno SEA и выиграли 16-8 у соотечественников. А вот у команды НИП, наверное, Тафа вас вот ознакомит с их серией побед. Да, последние 5 матчей победа над Anexis, кстати, вот очень интересно. С счетом 16-9, абсолютно легенды тоже были обыграны 16-9, обыграны Fnatic были 16-3. Imaginary, французская команда, была обыграна 2-0 по картам. И Lemon Dogs проиграли 16-4 команде НИП. Ну и, в принципе, сегодня и Lemon Dogs, и Anexis сразятся с ниндзями в пижамах. Ну и, в принципе, узнаем, сможет ли кто-то их обыграть вот в начале 2013 года в онлайн-части. Ну и, конечно же, сегодня третий матч, матч вечера, матч с участием NATO Swinser и, кстати, все тех же Anexis, поэтому вдвойне интереснее за ними посмотреть. Ну и Нюк, он великолепен, новый подкоп мне просто уже начинает сумасшедшим образом нравиться. Он начинает сводить с ума. Да, 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 и в принципе мы со Слэмом уже готовы, но команд нету. Очень хочется посмотреть Нюк вот на деф у нипов, что они будут делать под Б вообще и как там будут рампы складываться, потому что именно в рампах весь расклад. Хочется еще раз посмотреть не поляки, вот если честно, на Нюке, но, к сожалению, чуть-чуть попозже пойдут эти матчи, уже, я думаю, с начала Старладдера у нас будет многообещающие просто зарубы, и НИПы, НАВИ, ВП, вообще все-все-все будут в нашей лиге играть, кроме пока что французской команды Very Games. Да, они... которая все еще ломается, но мы сделаем все, чтобы парни сломались и согласились. Хотя, если честно, не так уж они мне и нравятся, просто потому что ломаются, не должна себя так вести команда. Ну и пока что группы вам напомним, друзья, группа А, NAVI, NIP, Lemon Dogs, Anexis, именно матчи этой группы сегодня мы с вами досмотрим, один из них мы уже с вами смотрели. NAVI потерпели поражение от Лимонных Псов, не доиграли во второй половине во встрече, скажем так, просто вот все прошло по плану. И сегодня у них есть шанс вот отыграться у Anexis, ну и с НИПами, по-моему, встреча будет тоже жаркой. Вот группа Б началась так же плохо для болельщиков с СНГ. Virtus.pro не смогли противостоять просто немцам по непонятным причинам. Я уже получил немного инсайдерской информации, говорят, вчера капитан Ангел бушевал, наказал 4 игроков своей команды. Посадил их на гречку. На гречку посадил? Коленками, да. Ну, в общем-то, друзья, гречку на данный коленками, момент... Так это в горох коленками сажать надо было. Да и в гречку тоже нормально. В горох, чтоб... вареную или в сухую? В сухую, конечно. А, так тогда жестко, да. Короче. Итак, друзья, на данный момент мы имеем 3 вопроса. Когда же начнется матч? Пока что мы не знаем, но думаем, что совсем скоро. Второй вопрос. Скинет ли Слэм видео с Бондиком 1-1? Слэм, ты это сделаешь на свой YouTube-канал или нет? Нет этого видео. Это 2. Все. Вопрос закрыт. Ну и, в принципе, вопрос по-прежнему открыт, CS 1.6 или CSGO, но... Вопрос открытый, вопрос никогда не закроется, и вообще это две разные игры, друзья. Просто это две разные игры в свое время, все играли в 1.6, все что-то делали для комьюнити. Я думаю, что в CSGO, как бы, да, будет немало инициативных людей, немало чуваков, которые сделают что-то для комьюнити, для движения за сообщество. Я лично за это сообщество, мне оно очень сильно нравится, и мое мнение, что в CSGO играть стоит, все. И еще хочу сказать, друзья, вот кто просит гифты на CS, я могу сказать, что гифты на CS, они, их нет бесплатных, они есть платные гифты, поэтому, в принципе, не спрашивайте у других людей, не мешайте им, если такая штука. Вы можете купить кому-то гифт за $5 и подарить CSGO. Вот, либо купить себе. Ну, это очень-очень маленькая цена для современной игры. Если честно, ну уж
Уж что в 2013 мы должны закупиться такой штукой. Ну да ладно, косячок в таблице, пишет у Фнатиков разница раундов плюс 0. Вот ну хорошо, мы... поправим. Просто таблица не такая, какую мне обещали. Ну, после сегодняшнего дня у нас будет два полных отыгранных тура в группе А. Завтра также состоятся матчи группы Б. Ну и, в принципе, ближайшие полторы недели все закончится. И, конечно же, мы постримим. По поводу турниров по 1.6, если они будут единичные, мы, конечно же... Если ни с чем нашим пересекаться не будет, будем с удовольствием эти матчи комментировать. У меня отдельно начнутся стримы уже с февраля на, кстати, Twitch TV, Tafa TV. Там пока что ничего не оформлено, но канал уже зарегистрирован втихаря. И там будет не только КС, там будут не только танки, там будут не только другие там какие-то веселые игры. Там будет просто неимоверное количество игр, которые мы будем смотреть. Буду приглашать и Слэма, и многих-многих известных игроков играть просто... Во все подряд, конечно же, кроме самых крутых профессиональных матчей. И у Горька группа просто работает сейчас хорошо. ВКонтакте, Слэмчик ТВ, Слэм да, ТВ. Да, да, но я вот активно пиарю Твиттер, как видишь. Ну и как мы видим, что у нас уже пошла заруба, раунд на ножах. Нюк, Нипа Нексис, удачи скандинавам и удачи нам в просмотре. Знаешь, не просто подумали, ладно, давай сыграем ножи. Вот, им, по-моему, без разницы, за какую сторону начинать. Ну, недавно только что вот я видел такой вопрос, был в наших чатах. Все-таки кто же самый жесткий в команде НИП? У меня есть свое мнение, а Игорь вот чуть-чуть позже подкорректирует. Подожди. Сегодня? Я считаю, что игроки КС 1.6 за 3 месяца просто вот выбили вот Фрайберга и Фифларена по скиллу. И сейчас Кзист, Гитрайт и Форест. Ну, просто фантастическая троица в CS GO, в команде Fnatic. Слэм? Ну, это несомненно, конечно, да. Но я бы не сказал, что там... Прямо вот Фрайберг. Выбили. Просто у Непов игра командная на уровне находится. Да, вот я эти думаю, два сорсера не будет замен еще минимум год, потому что там возраст игроков такой, когда как бы тебе проще научить тиммейта, который сейчас этого не умеет, играть так, как тебе надо. А тут у нас аркада от Фореста, и он пошел тушить пожар на радио. Ну, мы видели ножи, а Нексис начинает в нападении. Ой-ой-ой! Пока что пачку ставят Форесту, не дали отыграть радио, и Нили его забирает. Посмотрите, Непы в первом пистолетом сразу. Ну и Экзист там, кстати, ответил уже, давайте на аплен переместимся, здесь, кстати, пушит будку. Зеркально пушил будку. Как? Нет, не зеркально, они... Тут план просто лежит, забирает его Глейв, и все, стяжка на Б. А вот теперь посмотрим, как НИПы будут стягиваться все-таки. Ну, у них преимущество, они единственное, у них нет инфы просто по радио, да. И они не атаковали по улице, у них нет инфы, опять же, что будет там туда. Сейчас как раз, как видим, Ника заходит. Но, просто... тем не менее, двое на Б, у НИПов уже... Понимаешь, на Б атаковать здесь как бы будет сейчас очень тяжело. Ну, смотри, смотри. Слепую выходить. Как бы, здесь... Большинство-то есть. Гидрайт уже ушел в туннель. Вот, все, Гидрайт здесь сейчас засчитает как бы атаку, то есть вот он идет запирающий. Минусовать. Право не чекает, вот он, спина, надо минус дать, ну уже, Гидрайт! Гидрайт еще падает. Что такое, где АИМ вообще? Тихо, сейчас Кзист шевелит булками, вырубает первого парня. Мы видим то, что там еще есть два игрока атаки, Кзист еще и второго не отпускает, знает, что там есть вот еще АИМ. Один друг, и Пимс его наказывает. Вот теперь самое интересное. Сейчас посмотрим, как сыграет. Кзист перемудрил только что, мог просто играть на минус, но решил еще и то успеть сделать, и минус дать и уйти. В итоге его наказали, и Фрайбер... Шустряк Кзист. Ну, а времени не так много, 14 секунд. Вот он падает на плент, он слышал, пока один, мочи гада, нет, 10, а перестрелка еще там и... Там еще есть мейн, да. Оп, минус пакет, все, надо прятаться, уйти в дверь, и да. Он убегает. Красава. Убегает. В канал, ушел, дверь, пытается уйти, ушел, в дверь, на улицу, красава, и них поберут все-таки раунд, фантастика, 1-0. Повезло. Так не лажали со времен... Не знаю, со времен появления Counter-Strike в Дании. Слышишь, а что произошло вообще с Гитрайтом в пистолетном? Я так и не понял, он просто ну, слабенько. Он выходил и четко. Форест, и Гитрайт... Просто не P250 был в руках, был P2000, и не получилось стрельбу законтрить. Ну, не справился со стрельбой, пистолетка все равно, видишь, тиммейты взяли, да, и казалось бы, на волоске после каждого размена, после каждого минуса от Анексис на волоске судьба раунда висела у Непов, но тем не менее взяли. Ты посмотри, сколько у Анексис граната, они купили просто по две практически у каждого, они кроме Эмиселя. Да таф, они их все равно под себя будут бросать. Но они даже не бросили, они просто под... По тысяче просто потратили на ровном месте. Вот он первый минус, но уже тут все, 2-0. Ну тут просто команда НИП, короче, берет, зафармили, гранатами их накормили, как бы, да, там понабрали хэшек. Все супер, все окей. В любом случае, за Анексис нам нужно смотреть, потому что с ними сейчас будут играть Na'Vi, и, в принципе, Na'Vi тоже было бы неплохо этот матч посмотреть. Я уверен, что парни-профи должны следить за этой игрой, по крайней мере, некоторые люди из команды, по-любому, по крайней мере, Кэп.
Ну, конечно, да, у него хоть... А у него стоит Dota 2, интересно, в Steam или нет? Не, вот я думаю, что Кэп как раз... А то там такой тренд, что как бы... Ну, давай посмотрим. Бизон, дверь! Ой-ой-ой, минус 2, хороший! Чтоб как Плант выскочил, ты посмотри, он упал с окна, убили, прострелили человека в будке, и Плант умудрился через маленькое окошко, он чуть на Б не упал, ты видел? Вот, если бы решетка была разбита на двери, он упал бы... Я вообще про что-то... Вот. Я вообще на это просто смотрю, вот сейчас девайсный будет раунд, да, и если как бы... Если сейчас Анексис девайс на раунд не берут, я просто встаю и ухожу как бы. Не, ну, в принципе, друзья, мы, конечно, должны были вас предупредить, что, по сути, вот два первых матча, по идее, могут пройти в щи, вот не по Нексис. Ну, короче, по точно. Сути, начинать сегодняшний эфир можно было в 21.00, в 21.30 можно было смотреть сразу же следующий матч команды НИП, в 21.45 НИП могли бы вообще доиграть сразу с Нави встречу, и потом бы мы могли досмотреть матч Нави против Анексис. В общем, такие вот расклады у нас. Ну, расклад такой, если Нави не выиграют у Анексис, то, в принципе, матч с НИПами можно и не играть, а причем матч с НИПами будет за выход из группы, это будет вообще фантастика. Напомню, две группы по четыре команды, но, в принципе, вы это все помните. Итак, смотрим, что придумали датчане и что они готовят нам. Игорек все пока показывает. Пока у них ноль улица. Нет, два улица. Два улица, ноль дверь. Улица, говорю, ноль улица. Это сплит, как, да. Как сплит, да, сплит. Рисовывается. Ну, тут типа на улице сейчас задача будет запустить, наверное, кого-то в подвал. Там надо по-любому контрить. При том, что, кстати, улицу смотрят не с подвала, и Гидрайт играет на суппорт в девятку. Ну, поэтому очень-очень агрессивно в начале вообще раунда. Вообще отдали снимал. Улицу полностью НИПы, сейчас посмотрите, они хитро пытаются прочитать. Ну как же тупо, ну! Очень-очень глупо умирает сейчас МСЛ. Вот, причем? Занимая ноль, не чекли. Контроль, вообще его не было. То есть человек, который контролил будку, просто не стрелил даже. Ну, видим, датчане просто разваливаться начинают. Ну, нуле звено по улице осталось живых, но их уже там, по сути, по ним уже инфа давно должна была быть. Да-да, они даже да не успели и... подойти и сделать начало да раунда. Да и улица — это единственное место, которое не чекнули нормально, как бы, как видим. Ну, вот у Фрайберга зашло, Форест поломился, Фифларен на нуле. Николас ТВП, его с внешнего пытаются давить. О, Форест, ты посмотри, упал на улице, еще и добил. Ну, вот унижение. Унижение команды Анексис. Ну, я бы не сказал унижение. В любом случае, мы вот с тобой, Игорь, это все равно расценим. Я думаю, команда этот чемпионат как просто межсезонная подготовка к большим ланам, ну, да, к большим турнирам. Ну да, это серия товарищеских матчей. Просто самый лучший товарищ получит 1500, по-моему. 1500 долларов. А, тысяч... Ну, вообще понты. То есть, понимаете, что это по сколько? По 300... Ну, по 200, по 250 баксов плюс кусок организации, как бы. Ну, в общем, да, то есть, ну, как бы такое. На пиво можно себе так, выиграть и потренироваться неплохо. Сейчас фрак-шоу, подожди, фрак-шоу нельзя пропускать. И... Слэм, ты сказал, Кристофер Эллисунд! Давай. Да, вот это вот, кстати, очень интересный у Ниля девайс сейчас. Давайте посмотрим, может, за Нилем. Давай. Оп, Ниля, давай, Ниля, вот он. А, ТЭК-9. Очень люблю но его. Он на самом деле, он Дигла хотел купить, он его купил случайно, как бы. Он его купил случайно. Тут еще видишь, что после обновления, как бы, поменяли кнопки меню закупки, опять. И многие игроки... До сих пор, как бы, они хотят там B1.4 купить Дигл, да, но покупают ТЭК-9, либо 5.7, или как-то так, это пистолет у КТ называется. Ну, знаешь, этот ТЭК-9 тоже непростой, вот я, честно, мне очень нравится пистоль, ну, конечно, на ближней дистанции не поработаешь, но 30 патронов и тычка 30 хп очень серьезная для пистолета. Ну, вот в первой пистолетке эффективно было бы его брать, я вообще не спорю просто. Ну, давай посмотрим на закупку от очень быстрый раунд какой-то делают. Анексис, по-моему, 3 плюс 2, 2 улицы и 3 двери сейчас будет на морозе просто выходить, либо Гидрай там... Сейчас Гидрай должен будет... Тушить, чекать, как бы у него. О, тут, короче, не, улица все. Про улицу могут забыть датчане сейчас. Ну, посмотрим. Не, просто Гидрайта с этой позиции будет вообще не выбить. Она невыбиваемая, понимаешь? Пока вырисовывается сплит, на, вот, кстати, уже пошел дым. Видимо, в ближайшие еще, 5 секунд пойдет атака. Посмотри, на, еще из-за канала, как бы, есть чек, так что там все хорошо. Там 3 человека на, а тут хилпа улица. Считай, что третий быстренько с пристройки, плюс еще Гидрайт дверь настреляет. Ну, короче, в общем-то, по сути, да, нижний плент отдали, и вниз могут пройти только через улицу. Сейчас Анексис об этом знают НИПы, поэтому не дергаются. Знаешь, НИПы пугают плант Б просто ником. То, что там стоит Форест. Об этом знают Анексис. И не, к Форесту не пойдем. Фифларн минус хэдшотом. Ну и что? Это даже не начало выхода от Анексис. Ну да, да. Тут еще, если пойдет на, то тут, наверное, вот этот парень будет запирать твердо. Я сегодня смотрел, как... Гзик, кстати, целый день играл сегодня миксы и там против Ангела играл. Ну как играл против Ангела? Ангел сегодня там собрал микс и начал давить буржуев, короче. Вот. Размялся неплохо. Ну, как видим, зашел, тут Лала стоит. Первый ловит, второй ловит Лала, третьего нету, естественно. Бомба упала в инсайде и... И без шансов. Тем временем, пока добивают МСЛ. Кстати, Игорь, тебе тут напомнили, что на этом же турнире договорились Диглы не покупать, поэтому... Диглы ж не покупать. Да-да-да. Ты же сам забыл, поэтому это не за пара была ТЭК-9, а просто покупка, наверное. Не, ну может быть, да, может быть. А может быть, он завтыкал. Но я, например, вот беру Дигл все равно, потому что приятно, приятно 80 демейджа в тело, знаешь, там. Да, сейчас вот, опять же, после последнего патча, который вот как-то несбалансированно сделал вот стрельбу с Дигла,
Поэтому, вот ребята сейчас договорились на этом турнире дигл не покупать. Потому что бывает, что он в тушку бьет 85, бывает, что он простреливает через две стены на 245. Поэтому он очень непонятный. Это проблема, а тут фаст раунд на должен был планироваться. У Анексис был дан дым в будку твердо. Ну вот начинают снова агрессивно. Но как я понял, у них вообще с Нюком такие расклады, что они его не понимают, не знают и не хотят играть. Что-то вроде этого, потому что их действия за атаку выглядят какими-то неубедительными. Ну вот зайти на ноль ума особо много не надо, а раскидать аплент и зайти и поставить бомбу, до этого даже дело не доходит. Ну посмотрим, Ника прочекал улицу, по крайней мере видел, что за красным вроде бы никого нет, вроде бы тихо и спокойно, и можно проходить дальше. А в это время непонятно, какой-то фейк на Б вообще на самом деле вырисовывается, но непонятно. Ну вот прогрен позиции Экзиста в упоре попытался сделать пимп сейчас. Не прочитал. Ну, Гзист, естественно, меняет позиции практически каждый раунд. Вообще, каждый игрок, вот у Непов, если присмотреться, каждый раунд они занимают разные позиции. Никто не повторяется. Не, ну повторяются, но очень-очень стараются, очень редко, да, этого не делать. Играют, в принципе, на динамике, которая вот, динамика CSGO позволяет быстро передвигаться, двигаться. Ну что, смотри, отходить. смотри. Хорош. Раки выезжают на аплайн, флешка сверху, Гзист отвернулся, и какая реакция просто. Ну, на минус один. Ну, он успел зажать, да, ну посмотри, Анексис все равно цепляются. А в пленте остался самый-самый критикуемый игрок команды, но справился с поставленными целями. Вот сейчас первого не хватило. Вот того, которого забрали первым, сейчас не пыл. Вот ну им да, не хватило. Да. Именно его. Выходили 4 в 5. Был бы пятый игрок атаки, то, в принципе, раунд, по сути, брался неплохо. Вот, в принципе, а что мешает Анексис вот так вот играть? Давай посмотрим вообще, что они сейчас придумают. Ну, давай посмотрим. Что сейчас они придумают две флешки и что-то быстрое. Они сливают сейчас раунд. Да, лево-лево, написал капитан, или что? Нет, там не лево-лево, там вряд ли. Лево-лево здесь так не выйти просто, тут это тяжело сделать. Печально смотреть, да, на современную Counter-Strike сейчас, конечно, вот. Ну смотри, тут просто выход на. На самом деле тут вот расклад на такой, что вообще самый простой раунд, вот его даже еще в протипсе Флар написывал. Это, короче, дым вот сюда, он кидается, кстати, вот в эту часть. Они могли бы попробовать вот, сыграть такой раунд. Закинуть сюда просто дым, просто, чтобы один чувак проскочил, остальные прошли по улице. Да, вентиляция, конечно, стала поудобнее. Теперь не нужно в ней приседать, ну, стоишь полный рост. Расклад в том, что чувак снизу может сразу открыть Б как бы за собой, да, убить длинный, там по-любому будет тело какое-нибудь тусоваться. И можно взять хоть один было бы. Но Анексис даже простого не делают. Принимают... Тут даже не доходит до принятия серьезных решений. Игра просто вот в одну калитку пока. Ну смотрим, уже видим слепого сейчас Гетрайта. И опять же, тот же раунд играют Анексис. Два улицы, три играют пока что на ноле. Но играют медленно. Ага, АВП появилась, вот на что мы не посмотрели. Это Ника будет сейчас с линзой ползать по карте за атаку. Ну, ну вот то, что ползать, да, вот убивать не знаю. Ну посмотрим, ну вот он прошел, да, прошел. Ну, смотри, оп, аккуратно все прочекал. Такой причек у него пошел. Ну, тут никто не тусуется, естественно. Просто АВП идет первый пробивать точку. МСЛ, МСЛ, стоп, МСЛ открыл Гзиста улица и... Оу, Фрайберг падает, так же МСЛ. Вот Фрайберг выстоял, ладно, позиции на ура. Но Нили, смотри, Нили за коллектив разыграл достаточно неплохо. Хороший результат, минус 3 и почти минус 4. Но вот Гидрайта увидел, но такое ощущение, что не хотел на него смотреть. Гидрайт еще успел расфлешиться, пристройку дал, две флешки, знает, что пристройка, но не знает, по-моему, про будку. Выходит, будка тормозит, сам палится. Гидрайт его сейчас потушит, занял позицию. Гидрайт просто на! Стоит, смотри. Нет. Ну, Пимп знал, что он там где-то будет да находиться. Да есть же, Анексис. Это либо плент, либо... Молодцы, вот угол у этого ящика, там только такой был вариант. Ниль молодец вообще. Ну, постарался, да. Но а ты видел, что делали Нипы? Они тоже такие молочаги. Вылетали из девятки по одному так, и издыхали. Вот Фрайберг, красава. В том-то и дело, что, понимаешь, у Нипов сейчас в этой игре каждый индивидуально играет там, да, и ну, он может вот там один в три контрить позицию. Вот один в три просто. Вот что делать с таким чуваком, который один в три просто берет и контрит? Угу. Вот ты с ним ничего не можешь. Кола назвать на помощь. Итак, Гитрайт уже делает минус на Ника на улице. Вот я не знаю, какой девайс. Гзиста подловили, штрафанули в буточке. Вот не удалось. Наказали. Наказать. Ну вот зато у Фифларна сейчас звездный час будет вырисовываться. Кстати, вот если на релат уйдет, очень может пожалеть об этом. Ну но пока не выходят, но по сути пойдут уже сюда под одну флеш. Вот вырисовывается такая сейчас история. Даже без флешки. Вовремя... Ой, тайминг какой ловит Фифларн. Первая, вторая и падают. Пацаны-то падают. Эх, булки-моталки. Тут надо, пора идти играть в футбол ребяткам. Не, на самом-то деле, кроме флешек, Фифларн ничего полезного не сделал. Да, но ты видел, какой он тайминг поймал просто? Вот прямо реально, секунду в секунду просто услышал и сразу тык-тык-тык. Не, он дал флешки, отвлек на себя внимание, но как-то убить не получилось. Зажало и просто 30 патронов раскрутил по ящикам и текстурам. Тут еще Фрайберг с Гидрайтом остались и... Ну, в принципе, у Анексис все нормально, по ХП бомба на руках есть, по 6 гранат, 6 гранат всего в арсенале, там 2 дыма, 2 флешки, 4 флешки даже, это вообще просто сказка.
Флешка 9, как видим, занимает очень внимательно. На, но тебе. Падает. Ну, не сотый хотя бы упал. Чувак, это уже хорошо. Минус гидрайт на улице. Что сдает этот Ниль? Прострел, прострел еще и по голове. Вот. Это новый Изони какой-то датский появился, а не парень. Ну что, Фрайберг сотый не даст шансов. Мало времени, 15 секунд. И бомба на руках у Ниля. Но Фрайберг но он, на планте. Он уже проиграл, да. Он уже а подожди, проиграл может, позицию. На Б успеет уйти? Не, да, ушел, ушел. Уйти успеет изи просто. Ну, тут все зависит от Фрайберга. А он услышит сейчас Фрайберга. Да, слышит Фрайберга. И удачно встала бомба. Ну вот он шанс для Анексис. Нет. Ну а тут сыграло, конечно, хелсы сыграли свою роль. Фрайберг очень уверенно с зажаткой выходил и боялся. Боялся игрок датской команды здесь, Пленти. Надо было не бояться. Но вот то, что позицию на бомбу выбрал такую, вообще повезло. Вот не реализовал. Если бы реализовал, то все было бы намного круче. Ну а пока что 9-1, и команда НИП наслаждается датским салатом. Ну а тем временем Игорь покажет нам фраги, наверное, да? Мы посмотрим. Да, давай кто посмотрим. Кто что жжет. Жжет. Ну, я вижу, что Глейв жжет очень Xist сильно. Xist жжет, Getright жжет. Глейв жжет. И Фрайберг жжет, кстати. Да, Глейв жжет больше всех. Ну, поехали. Смотрим за Анексис. Походу, опять же, тот же раунд. Два улицы, 3-0 они играют и будут его разыгрывать. Просто, просто. 28 тысяч. Потрачено. 28 тысяч 600 в никуда. Ух ты, как поймал Ника, красиво. Getright, может быть, даже не ожидал такой наглости от Нипов. Но, тем не менее, хедшот поставлен. И датская команда в большинстве. Вот второй раунд можно сейчас взять, если не тупить и грамотно все разыграть. Давайте посмотрим. Ну, пока 2-2 будут пытаться проходить. А где улица. Пятый? Где пятый? Пятый где-то гуляет. Пятый вот. В нуле там в радио тусуется. Все, пятого нет, я понял. Так, Фифларен, смотри, зааркадил. Красава, Фифларен, вот будка какая-то на самом деле, на самом деле здесь НИПы играют очень раскованно. И вот там не создают даже Анексис половину того давления, которое должно вот, было создаваться, чтобы мы увидели от НИП реально как какую-то красивую игру, реально красивый КС там, да. Ну, знаешь, НИП играет просто по сопернику, вот, ну, соперник ну, играет они, так. Ну, они просто, извиняюсь за выражение, они просто задрочили своих соперников сейчас. Вот, вообще в никакую. Ну, 10-1. Ну, пока да, ну, опять же, ладно. Может быть, все поменяется. Там чувак уже. Я так скучаю за этими матчами в КС 1.6, когда счет 10-1, а потом на тебе 14-16, тащи в ответочку. Вот, вот как же я за этим скучаю, но верю, вот смотри, что 1-1, будет и здесь. Вот 1-11, чувак, вот, ну, хоть один фраг есть, слава богу. Конечно, Глейв сегодня в кавычках герой матча. Опять будет аркада под флешбудки, и, скорее всего, это будет сразу же минус. Либо скорее нет. всего, это будет сразу же минус 5. Тем временем появился ВП у Фореста, и он сменил, он теперь не налево. Смотри, смотри, они вообще решили запушить. Ой, красава, НИП, ой, молодцом просто. Не, ну читают экономику. Там эко, слышит пистолет, и наглость, конечно, здесь была актуальна. Форест плюс 50 против Глейва, красавчик. 11-1, просто. Глейв 1-12. Игорь, что ты думаешь по поводу, вот мне честно, это, я считаю, что это нечестно, то, что с ВП за фраг дают $50. Да, 100 дают. Уже 100? 100, да, уже 100. Да, 100. Ну не 300, тем не менее. Не 300, но 100. Ну хоть 100. Ну 100 на просто шоколадку. Просто ты и так покупаешь на шоколадку, Аленка на минералку. Почти нормально. Самую дорогую пушку в игре, и тебе еще мало денег дают за фраг. Ну просто по мне, не, на самом деле здесь, да, есть имбаланс, потому что если бы это АВП стреляло хотя бы в половину, как в 1.6, то я бы там не сомневался, пусть плюс 50 будет, и всех все устроит, да? Пушка была бы сильной, но смотри. Здесь пушка, откровенно говоря, слабая. Вот видим, Форест вообще потерялся в ней. Но тем не менее, замедлился атака Анексис, там вовремя вылетела одна флешка, и сейчас в меньшинстве можно и потащить, если Форест будет попадать. Форест-то попадает. Пол, Форест, ой, красный, что делать-то? Ушел, и тут врывается Пимс, который давит Фрайберга, который разменял в свою очередь. Ну, Форест Ника. Почитал ситуацию, он с рамп сейчас выйдет, да, но он такой дрыщ. Смотри, честно. Ну что, 12 хп Фореста или датская няшка, кто победит? Кто победит в этой дуэльке? По-моему, датская няшка. Датская няшка все-таки берет этот раунд. 11-2, и у Пимса появились новые фанаты. Твиттере. Стопудово. Слушай, ну ты сам видел, как Форест стрелял с девятки, да? Бах, мимо. Хотя уже тогда нужно было стрелять как раз на точность, а не на скорость. Вот ситуация 2-2, но... Тем не менее, все круто. Эх, а мне тут вот напоминает про старую ситуацию с ВРТТ, что они выиграли у ЕЦ, выиграли у НИП с таким-то счетом. Ты-ты-ты, парни много играют. Чуваки! Ну... Подожди, как, аркада... Как, если парни в РТТ выиграли у НИП с таким счетом, играли вообще честно? Ну, вот даже если задуматься. Да-да-да. То есть, как бы лучшей команды в мире, они просто, ну, вот что, просто бегали, убивали, там, угадывали на тайминг? А это Колон за них играл, что ли? Да там не Колон, там какие-то читеры шведские просто выигрывали и их забанили, естественно, сразу. Ну, там просто смотрели демки, как бы, да, их спалили, жестко спалили в моментах в нескольких.
И они еще после этого выпендривались. Тут парень нам в двух чатах пишет, кто же лучший из команды НИП. Ребят, не бывает лучшего какого-то игрока в команде. Бывает лучшая команда, а вот лучший игрок в команде, такого не существует. КС же это командная игра. Бывает, бывает лучший игрок в команде. Ну, когда команда проигрывает, да. Ну, вот и... в нашей с тобой в КС команде я лучший игрок. Ты должен это признать. Мы еще не играли с тобой. Этот ПВП или засал, но тем не менее. Не-не-не, ПВП or засал. Or засал. ПВП or засал. Последний раунд первой половины. НИП делают свое дело, очень уверенно играют в защите, зная, что они неплохо атакуют. По-моему, но... знаешь, по-моему, НИП не играет, по-моему, НИП обедают. Вот. Нет, ужинают. Мама Гитрайта села вместо него, пока он ужинает. Да, да, я думаю, они тут уже там... Это... Слушай, команда НИП может просто, каждый может свою девушку сажать на официальные матчи там против слабых команд, чтобы, ну, там, из группы выходили еле-еле. Ну, ничего-ничего, недолго они будут радоваться. Я верю, что ребята скоро потерпят. Ну, я тоже, я, мне кажется, что их задавит какая-нибудь русская команда по-любому. Может быть, русская, может быть, украинская. А может быть, и может польская быть... команда научится играть сейчас очень круто. И... Так, Scream был лучший в Imaginary Gaming. Не надо тут, на-на-на. Scream вообще хорош. Scream это... уникальное дарование на самом-то деле. С учетом того, как он попадает и как он играет. Слушай, ну я вот теперь мы можем только рассчитывать на шведское дерби в следующем матче. НИП против Lehman Dogs. Lehman Dogs, напомню, со счетом 16-5 обыграли команду Na'Vi на трейне. Это было позавчера. И вот сегодня, если, кстати, если Lehman Dogs выиграет, то у НИП-то они уже тут интрижку устроили серьезную. Итак, пистолетка. Не, Lehman Dogs у НИП не выиграют. Там максимум там, 6-7 раундов. То есть они в напряг играли на лайне, но... Там, я вчера так думал, что Virtus.pro там выиграют. Максимум 6-7 раундов у них возьмут соперники. А получилось то, что просто... Никто не ожидал. Фифларн первый минус, уже хэдшот поставил Ника, и уже в большинстве НИПы в этом пистолетном раунде, играя в атаке, и проходят улицу, и под 9, посмотрите, второй, уже третий пошел под 9, и, конечно, уже у Анексис большие проблемы. Игорь, тут такие проблемы Анексис? Просто. Анексис там в подвалах лазают, изучают фиг знает что, здесь открывается Панили, и... Ну это по сути все, это выход. Они боятся просто на Б идти. А так, до конца не знаешь, куда же пойдут, на Б или на А. МСЛ минус Фрайберг. Все, смотри, ноль убили, ноль убили. Все, 9 и пристройка, выходят НИПы. Девятки вылетают. Без шансов. Просто без шансов. 14-2 и денег нет у Анексис. Ну, в общем-то, похоже на 16-2. Но может быть, конечно, что-то еще возьмут Анексис. Слэм и Тафа, вы хотели... А вы бы хотели тащить вместе с НИП? Нет. Нет. Я бы хотел тащить вместе с Месси. Я бы лучше бы, ну, не с Месси уж точно. Не, вообще, если вот я бы, знаешь, с кем пошпилил? Я бы пошпилил с Гуфом в КС. С Гуфом в КС? Да. Ты пошпилил бы с Гуфом в этот... В мафию. В мафию. Ладно. Че, у Анекси сейчас будут по 250 в бой. Тут есть дробовик. Давай за МСЛ посмотрим. Да, у него пока что синдром стальные яйца. И я не знаю, насколько их хватит. Ну, МСЛ такой говорит, давайте, пацаны, возьму дробовик, и сейчас мы возьмем раунд и дадим. Не, на самом деле, для такого счета это вполне логичный вариант, как бы пойти хотя бы, чтобы один чувак попытался зафармить. Ну, это хоть какие-то деньги на ласт, можно там что-то дропнуть, и все будет круто. Можно просто гуфа пошпилить, да. Ну, смотри, смотри, тут сейчас МСЛ, МСЛ может сейчас собрать. Ну, его простреливают, и ой, и все, да, ну, не повезло. Не повезло команде изданий. Остался Глейв. Глейв, кстати, вот у Анексис, кстати, были трансферы вот в этом сезоне. И вообще вот сезон год начался. После трансферная команда Анексис пока себя особо сильно, кстати, не проявляет. Я думаю, что они недолго в организации протянут. И, скорее всего, организация... Слэм Тафа. Как вы думаете, НИП сделают на Na'Vi? Сделают НИП? Это что это такое? Я не знаю. Сделают. В 1.6 сделают, конечно же. Да в Go, может быть, сделают, если... Ну, просто ребята, по-моему, вот, как мне кажется, я не знаю, не разговаривал, не общался, но мне кажется, что ребята сами не определились, играют они в Go или ну, нет. Ну, да-да-да, они еще пока не... Я вчера еще не, говорил мы точно, на стриме. Мы точно убедились в том, что Эдвард играет в CSGO. Вот это мы, по-моему, убедились вчера, позавчера, вернее. Ну, опять же, вчера сказал, сделаю два выражения. Не хочешь срать, не мучай попу. И второе выражение вот про забор. Ну, то уже ладно. Ну, забор-то да. Забор справедливая тема. Да. Такс. Ну вот по тут... поводу новой кофты Na'Vi, которую рекламирует Полина, я скажу, что на Полине нужно было просто передом стоять. Тогда бы видео было еще круче. Да, его тогда... посмотрели еще больше человек. А мне нравится, все хорошо. Но их канал бы забанили при этом на Ютубе, но она была бы, но она была бы дико популярна. Можно было закрасить этими такими штучками, да. Но мы видим, что Анексис ничего просто не получается. Снова был один шотган и 4 пистолета, и как бы.
Как бы вообще... Ну, это GGWP. GGWP, guys. 16-2 команда Непро сделала. А Nexus мы с вами увидимся после небольшого рекламного видео.